теми етновиховання, виховання дітей і молоді сродками традиційного мистецтва. Ось в эту систему уваходит, что одни и те же дети, одна и та же молодь, яны карагодять, яны танцуют сольные, парные, тройками танцы, вельми складаные танцы танцуют, яны ж спевают, яны ж повинны играть, яны повинны своими руками вышивать, плести, ткать, врезать, дом складать и так далее. Ось, мы...